Вот тебе не мешали, что ты их сбил? Вот он мне мешает. Ну, в плане, я чуть не сдох. А, микро ХП, а мне микро ПП. О, убил одного. Ебать! Я промахнулся, я попал в текстуру, я в текстуру попал. Ебать, это такой фейл. Я вижу, как она отлетает от него и мне под ноги. Ян, а вот тебя когда-нибудь из орбиталки взрывали? А хочешь, да взорву. Вот не хочу. А вот вообще не хочу. А чё, Ян? Вообще не интересно. Отвечаю, будет весело. Ну, мне точно. О, кстати, это годная тема, потому что мы не наводимся друг на друга, это такая... Нет, это не честно было, потому что Фомка не ваншотил, а топор ваншотил. Ну, насрать. За шо, сука? Что? Что это такое? Да, сука, куда побежал, блин? Ай! А мы либо на ограбление там, я не знаю, либо... Да. Шо, ограбление? Какое ограбление? Это забавно выглядит, то есть ты там кто-то мне урвал, понял? Я тебе в лицо тупо, молотком такой, на! Ты такой, бля, похуй вообще. А я тупо начал поспорил. Станешь, блядь, джип, я тебя выебу. Ой, что? Охуенно, классно, блядь. Дебил, нормально миссию пройти не может, руинит он. Нахуй, давно посылали. Чекай, Андрей дохнет следующим. Спорим, Андрей дохнет следующим. Будем надеяться, что не я. Да нет, смотри, сейчас Андрей сдохнет. Когда сказал, что надеюсь, что не я. Забрал, засмеял. Что за хуйня? У меня понесли, закончились, их нельзя купить. Слева осторожно. Ты в тяне спал по-русски? Да. О, все. Нахуя ты вообще живешь, блядь, в этой жизни? Извини, пожалуйста. Ну ебать, да, мне опрессор откуда? И в жопу теперь достать? Нахуя ты стрелял в ядру, если я перед ней, блядь, я ее сбиваю? Так я думал, по тебе не попадет. Да спокойно. Еба, мне из Малса как выйти пешком, аутист? Так, а сейчас закупаемся по максимуму. Броней, Это, блядь, сейчас что было, нахуй? Ой... Пересоздаем мотобайк. Ой, что? А почему она не уворачивается? Что происходит, типа...
Я ты. Вот попробуй сейчас поворачиваться. Он тебя бьет, уворачивается. Вот я спамлю. Нет, я спамлю кнопку пробел, а и типа ей похер. Тыкай меня. Где ты? Найс, ограбление проходит. Когда поставил в стиле игрока. Угу, да. Игра такая, а не пойти бы тебе... Куда? Нахуй. О, нахуй это можно. Да, конечно. В этой игре все можно. Особенно нахуй. Мне вызвать Стас Блум, приглашает вас в игру. Спасибо, Rockstar. А, бля, я не тут свернул. А, это когда я тебя еще тогда сюда инвайтал? Да, вчера. Смотри. Видишь, машина едет? Ну и что? Там разработчики Rockstar. Я, короче, с челиками файчусь, возвращаюсь обратно, заворачиваю за угол, а там просто перед тобой, у тебя за спиной, пока ты взламываешь этот... Да твою мать! Что? Ты дебил? Что ты делаешь? Ты аутист? Заткнись, даун! Я кричу мою гарнитуру. Ты идиот? Мне реально написала. Дебил. Да я хотел как можно ниже, ну ладно. А почему... А, ну ладно, я тоже дебил. А почему-то она дернула парашют, короче, а потом, типа, оставила обратно руки и летела дальше. Окей, чувак, как кредит отдать? А, меня заспавнило в середине города, а что? Меня заспавнило в другом конце! Чего? Что я тут делаю? Посмотри, где меня заспавнило. Сейчас. Лол. У тебя нормально там? А что произошло? Ну давай, давай. 11-4, сосуд! Смотри, смотри, какой разброс! Да, ну и анимация лица. А что у нее вообще с лицом, простите? Ее переехал КамАЗ? Что у меня с Харри, слушай? А я ее не вижу. Давай поменяем. А Лестер... Я не могу выйти из машины. Лестер вообще, типа, не двигает рту. А, когда Лестер говорит, все равно у нее рот двигается. Она, короче, за анимацию за обоих отвечает. Да не повреждай транс. Да у тебя лагает, я не врезаюсь. Да. Я серьезно, да? Да. Ой, лагает, жесть. Ну, в меня врезался NPC, тут ладно. Тебя? Может, ты в него? Нет, меня, он меня в бочину врезался. Может, это ты бочину его протаранил? Тебя бочиной врезали? Винишко попивает. Ох, ничего, она еще и интеллигент. Уйди от нее! Я буду плотоядным.
Я буду... Я хотел пошутить, но шутка прошла. Я хотел пошутить, но у меня не получается, поэтому... Поэтому меня назвали Андрей. Ну, вот сейчас обидно было. Мы из бара выходим. Я выхожу, разворачиваюсь к тебе, что-то показываю, а тебя нет, ты не загрузился. Я попал. Ну ты дебил. Хватит. Зачем ты пропал с радара? Да я не знаю, я дурак. Я Лестеру позвонил, понял, хотел открыться и промазал по окну. Ты мой опрессор взорвал? Это не мой опрессор. Ты мой опрессор взорвал? Нет. Та-да-та-да. И придется выпрыгивать на ходу, эта машина не останавливается. Нет, 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 нет! Да нет! Да ты не... Чувак, ну ты ж сам время тянешь. Ай, блядь. Да за шо? Ты думаешь, я даун? Так ты ж не знаешь, когда бы я взорвал. Какая разница? Я тебя убил, и она исчезла. Я это знаю, и поэтому я... Да за шо, блядь? Ой, блядь! Сука. Да блядь! А он сейчас на меня взор... Я походу в Call of Duty только что попал. Так сказать, я почувствовал себя капитан Макмилланом. You want some more of this bitch? I'm just a regular, everyday, normal motherfucker. I told you in the first song I'll tell